Добро пожаловать! Сейчас я покажу, как на Galaxy Tab A8 2021 года сделать скриншот. Для этого нужно одновременно нажать кнопку питания и уменьшение громкости. И у вас создастся скриншот. Разрешайте ему все, что нужно. И все, скриншот сохранен. Есть также другой способ. Берете свою ладошку и проводите по экрану. Мне кажется, на планшете так сделать гораздо проще. Потому что, ну, таким образом, собственно, можно сделать скриншот. Вот так берете, просто проводите. Скриншот готов. Ну, а чтобы сделать длинный скриншот, то, собственно, ну, в таком положении не получится, только в таком получится. А, и в таком не получится, потому что тут что-то двигается, что-то нет. Это нужно выбрать какое-то другое приложение. Например, галерея, да? Ну, в галерее у меня нечего прокручивать. Ладно. Может, контакт? Нет, в контактах у меня тоже ничего нет. Я даже не знаю, что вам показать, если честно. Наверное, только какую-то страницу в браузере, разве что. Разве что в браузере, да? Открываем браузер. Пишем привет. Ну, короче, вы поняли. У меня не получается, к сожалению, сейчас найти ничего абсолютно. Это дико странно. Но скриншот делается длинный точно так же. Просто нажимаете на кнопочку «Сделать длинный скриншот». Да и все, ничего абсолютно не меняется. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До свидания.